Подмосковье «Фортуна» прошло открытое первенство города по быстрым шахматам. В Губкинском эти соревнования проводятся ежегодно на протяжении 11 лет. Побороться за звание лучшего в своей возрастной категории собрались спортсмены от 7 до 67 лет. Турнир у нас проводится по швейцарской системе. В 7 туров с контролем времени по 15 минут. Ну, категория «Быстрые шахматы». У нас сегодня 4 возрастных категории с общим количеством участников. 62 участника, которые играют у нас в сегодняшнем турнире. К нам приехали также гости из Муравленко. Спортсмены из Муравленко получили 3 золотых медали. Всего по результатам турнира наградами 1, 2 и 3 степеней были отмечены 24 участника. Победители категории 2010 года рождения и младше Оксана Сичак из Губкинского и Денис Фохрудинов из Муравленко представят свои города на первенстве округа по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет, которое пройдет в апреле в Ноябрьске.